Всем привет, друзья, с вами Шутка Мишутка, и сегодня мы с вами поиграем в новую страшилку, которая называется Клэрис. Там, говорят, страшный монстр, кстати говоря. Но перед тем, как мы начнем, проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Какого цвета у вас кнопка подписаться? Если она красного цвета, то нажмите на нее. Прям вот нажмите. Кнопка подписаться должна быть серого цвета. И тогда вы не будете пропускать мои новые видео. Ну что ж, друзья, лайки ставим. Мы начинаем. Так. Ого, какая-то сразу история началась. Блин, надо куда-то быстрее убегать. Убегаем в этот дом. Так, надеюсь, там ничего страшного. Хотя обычно в домах самое страшное происходит. Закройте двери до полуночи. Сейчас 11:52. Часы бьют каждую минуту. Вот блин. Найди фонарик. А куда мне идти-то? Где вообще найти этот фонарик? Тут нифига не видно в этом доме. Почему все мерцает, а? Почему здесь варенье на стене? Или это не варенье? Ой, лучше мне не знать, что это, но почему я попадаю в такие страшные дома постоянно? Может, потому что я люблю играть в страшилки? Ребята, вы любите страшилки? О, фонарик! Так, фонарик берем, отлично. Привет! А? Ты поможешь мне закрыть дверь? Ты кто такая? Она придет. Кто придет? Она придет за тобой. Я не хочу. Возьми карту в шкафу. Блин, вот ввязался в куда, не пойми, куда вообще. Ладно, хоть карту дают. Опять, значит, дом будет огромный. Опять нужно будет с картой ходить, искать, где здесь выход. Блин, ну давайте будем по одному открывать двери. А, дверь закрыта. О, это открыто. Фух, двери так еще медленно открываются. Туалет, блин, здесь. А что, в туалете ничего нет? Я бы, знаете, посидел в этом туалете, потому что я бы просто здесь закрылся и все, и наложил как бы кирпичей, и сидел, пока не наступило бы утро. А вот утром разберемся, потому что когда свет, это хорошо. О, так, ключ от кухни. Так, нам нужно найти теперь кухню. Где кухня? Это кухня? Да, это кухня, отлично, открываем, мы уже нашли какой-то первый ключик. Я не знаю, это хорошо или нет. У нас главная задача закрыть двери, все двери входные, пока не придет кто-то она. Она, я не знаю, это призрак, это монстр. Так, ключ от первой двери, окей. Ключ от первого выхода у нас есть. Блин, так страшно, там еще качели качаются, сами по себе качаются. Выход номер 3. Так, это она пока что закрыта. У меня нет такого ключа. Блин, время-то уже поджимает. Времени-то уже много. Она придет 12. А сейчас осталось примерно минут 5 от силы. И все. И она уже будет здесь. А я нифига почти не сделал. Так, ключ от гаража. Отлично. Нужно найти гараж. Где у вас здесь гараж? Эй, кукла! Кукла! Блин, я даже заблудился. Карту, что ли, спросить? О! Это что? Крыша? Выход на крышу? Нет, давайте пока на крышу не пойдем. Вот пойдем сюда. В сад. Ну, открывайся, дверь. Что ж ты, открылась. Так, идем в сад. Блин, такая темень. Может, просто ну нафиг уйти из этого дома и все. Генератор, нужно топливо. Значит, надо на где-то взять топливо еще. Стрелочка красная. Давайте пойдем. Куда показывается красная стрелочка? Она нас обычно не подводила. Это что такое? Что это такое? Ты должен найти лопату. Ох, там нужно найти, значит, топливо. Здесь нужно найти лопату. Так, запоминаем, записываем. Давайте тогда пойдем сейчас на крышу, может быть там что-то есть. Потому что мы вроде все другое взяли. Можно еще сходить в гараж и на крышу. Но вот гараж тут... Ой, гараж, по-моему, в самом конце, а крыша по пути. Так что заходим на крышу по-быстрому. Ой-ой-ой-ой-ой. Фонарик, не мигай! Фонарик, не давай работай нормально. Мне и так, знаешь, страшно. Тут и с фонариком-то страшно. Ой, манекен какой-то. Манекен очень странный выглядит.
живым. Выглядит очень живым. Так, радио. Радио, которое не включается, не работает. Эх, по-моему, здесь ничего нет. Бутылки нам не пригодятся, манекен, наверное, нас только будет пугать стоять. Куда же идти дальше? Фонарик, ну хватит, не ерунди. О, какой-то ход. В шкафу ничего. О, другой шкаф. Ну-ка, этот, наверное, открывается. Пожалуйста, давай что-то полезное нам. Лопата! Отлично, лопата нам нужна. Так, еще нужно взять топливо. Наверное, к топливу подойдет бензин, а бензин, наверное, в гараже. Так что по-быстрому сейчас идем в гараж. Вы слышали какие-то звуки странные? Меня пугают эти звуки. Очень сильно пугают. Блин, становится даже как-то не весело играть в эту игру. Знаете, страшновато немножко. Так, вроде бы в той стороне у нас гараж. Куда же гараж? Здесь? Так, здесь была кукла. А куда кукла делась? Ой-ой. А может быть кукла превращается в оборотня, и это она и придет со мной в 12? О, блин, у меня мурашки по коже, как же страшно. Ребята, как же страшно. Если бы я сейчас не снимал, я бы, наверное, уже прекратил играть в эту игру, но делаю это ради вас. Так, гараж, виселица здесь что-то делает. О, бензин, отлично. Да, для генератора как раз подписано, здесь больше ничего нет. Открой мне дверь, не заставляй меня наклоняться. Ой нет, тетенька-призрак, знаешь, я что-то не хочу открывать тебе дверь, и я хочу ее наоборот закрыть еще сильнее до конца, закрыть эту дверь, так что я бегу быстрее, надо... В генератор налить бензина, запустить этот генератор, потом что-то откопать там лопатой. И я надеюсь, мы сможем наконец-таки закрыть гараж, потому что, блин, какая же жуть. Все, генератор запустили, отлично. Фух, быстрее. Тут нету кнопки бежать. Почему здесь нет кнопки бежать? Почему он так медленно ходит? Разве этому нашему персонажу не страшно? Так. Ключ от выхода номер 3. Понятно. Выход номер 3 у нас есть и выход номер 1. Нам нужно всего лишь... Что нам нужно сделать? Я уже забыл. А, надо пойти в гараж срочно. Фонарик, ну-ка не выключайся, опять ты выключаешься. Так, где мы? А вот, гараж. Закрываю дверь, давай. Отлично, все, дверь закрылась. Фух. Я надеюсь, она не успела войти, но правда, честно говоря, я ее не видел, знаете ли. Она вошла. Включай радио. Наверху. А, блин, она здесь, она где-то здесь ходит. По-моему, я даже ее слышу уже голос. Точно, я слышу ее завывание. Блин, а мне надо туда идти. Она все ближе. Почему ты меня не впустил? Тетенька-призрак, пожалуйста, наверное, ее зовут Клэрис, как название этой игры. Пожалуйста, не нужно за мной бегать. Прошу. Я просила впустить меня, а теперь я заберу твою душу. Я уверен на 100%, если бы я тебя впустил, ты бы быстрее забрала мою душу. Ты бы сразу забрала мою душу. Блин, мне кажется, у нас нет выхода и нужно идти. Потому что все-таки нужно включить радио. Я слышал... Блин, она все здесь ходит. Вы слышите? Она орет. Как же нам пробежать-то? Фонарик дурацкий, не ерунди. Потому что если включить радио, игра закончится. Кукла сказала, что она ненавидит радио. Блин, она тут вот ходит по-быстрому. А вы видели, кстати, какая она кривая? У нее какое-то кривое тело. Ти-кукла. Ой, призрак, тебя что, переехала машина?
Да, переехала. И что смешного? Ой, ну это и правда смешно, что я угадал. Блин, кажется, я ее разозлил еще сильнее. Ой. Обернись! Так, она как-то появилась на улице, так что у нас свободен путь. Быстрее бежим на чердак, быстрее включить радио. Нужно просто включить радио. И мы выиграли, мы прошли эту игру, мы защитились. Фонарик дурацкий, работай, прошу тебя, не выключайся. Ох, так, все, включаем радио и все. Ну чтобы... Очень страшно. Я даже ничего не могу сказать. Ребята, все, видос на этом закончился. И игра тоже. Всем пока.